Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем, я не знаю, как-то играть, проходить, читать Russian Horror Story. Ну, что сказать. Видите, уже голос даже херячится. В общем-то, продолжаем. Чисто потому, что уже начали. Так, где тут у нас загрузить? Настоящие психи. Настоящие психи в этом не признают, в чем. Даже само в себе я вижу, что я псих, отсюда вывод, я вовсе не псих. Кстати, да, примерно к концу прошлой серии я пересматривая заметил, что я как-то слишком быстро читаю и настолько быстро, что это даже и слушать не очень приятно. Так что я постараюсь делать это несколько помедленнее. Но читал я быстро, потому что уже, ну вы сами понимаете, почему, не буду объяснять. Так, все-таки нужно что-то решать, тащить записи в полицию или не тащить, быть или не быть, лежать или жужжать, на жопе сидеть, на балде всех вертеть. Это ничего не даст, ну ладно, давайте тянуть. Вертеть так вертеть, карусел, карусел, кто успел, тот присел. Так, о чем это я? Что-то собирался делать, чем-то вертеть, что-то крутить. Покрутил головой, уперся взглядом в монитор. Топор, черная кровь. Полиция. Я должен упечь упыря за решетку. Отправить его домой, к таким же кровососам, как он. И всем будет хорошо. Я сделаю доброе дело. Что-то насвистывая, я скинул видео на флешку и... Стоп. Света нет. Экран монитора черный. Компьютер не работает. Значит, флешка-то в руке пустая. Чувак наш потихоньку уже с ума сходит. Так дело не пойдет. Нужно взбодриться. Завтрак... Заварка не помогла, пойду пожую кофе. В какой-то момент я осознал, что сижу на кухне и жру ложкой кофе. Черпаю прямо из банки, отправляю в рот. Во, дурак. Я глотнул колы, чтобы перебирить горечь во рту, и отправился на разведку. А упыря на лестничной площадке не наблюдалось. Будь свободен, я покопался в щитке, включил электричество, закинул видео на флешку. Кстати, не люблю вот эти вот такие подъезды, это подъезды старых домов, где был доступ к щиткам. Каждый мог получить доступ. Сейчас все несколько по-другому, сейчас у людей тамбуры, и максимум, кто может отключить, это твои соседи по тамбуру. Ущипнул себя для проверки на всякий случай, повторил... процедуру, а вдруг снова почудилось от недосыпа. Хотя какой клишему недосып, я отлично себя чувствую. Так, давай. Что ж я так долго тянул-то? Выпорхнув в подъезд, я пролетел вниз по лестнице с плоскогубцами в руке. На секунду остановившись перед дверью соседей, я схватил провода звонка за изоляцию и крутанул их оголенные концы плоскими. Секунду спустя я был уже на улице, а у соседей в квартире заливался дверной звонок. Это было приятно, но ты придурок. Я даже в детстве не шалил и не пакостил, но сегодня стоило это сделать, они меня довели. Дальше действовать будем мы. Пропел я это безбожно, привирая мелодию, но зато от всей души. Я не знаю, как там эта мелодия, поэтому я и не начал петь. Что нашли в этих Битлз? Картают, шпиляют, фальшивят. О, вы слышали Битлз? Так, подожди. Рядом кто-то засмеялся. Так. 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 Вот и околоток. Почему участки назывались околотками? Да потому что там колотили задержанных. А в таком случае давно пора вернуть это старое и очень правильное название. Да, я к Иванову Епе. Да, я подожду у него в кабинете. Ой, ждать не надо. Иванов Епе уже здесь. Отлично. Я должен вам кое-что показать. Куда воткнуть флешку? Где у вас разъем? Странная голова лысая, а разъем не найти. Да, воткните ее сами, куда вам понравится. Не хочу этого знать. Ничего никогда не хочу знать. Вы тоже не хотите ничего знать, но вам придется. Я докажу, что мои соседи упыри. Трындец. А вот они кого-то собираются сожрать. Возможно, даже в сухомятку. А это вредно для желудка. Я бы взял у них письменное разрешение на съемку, но они его вряд ли дадут. Может, вы спросите? Или так, наверное, по-другому надо. Вы спросите. Вы свой, а вам они доверяют. Может, даже оставят кусочек повкуснее. Вы куда? А, позвать врача? Вам плохо? Да, меня тоже сотошнило, когда я это увидел. Попкорном. Я пил колу, ел попкорн, смотрел, как они кушают человека. Я бы не стал кушать человеков, у меня есть попкорн и кола, и кофе. А ел его ложкой, кофе. А человеков не ел, тем более ложкой. А вот и врач. Ой, зачем вы меня укололи? Зачем, зачем? Ну, я и так совершенно спокойно. Короче, поехавший наш чувак стал.
Передо мной сидел участковый, он так представился. В глазах двоилось или даже троилось. Свет был слишком ярким, хорошо, что он представился. Иванов, как же там дальше? Иван, Иваныч, Иванов с утра ходит без штанов, блядь. Иванов, Иван Иваныч. Здесь я не сказал это вслух, чертово лекарство, я же не больной. Зачем мне колоть и скармливать эти транквилизаторы? Что мне вообще дают-то? Явно не аспирин. А вы меня слышите? Вы понимаете, что я говорю? Да, понимаю. Жаль, вы меня не понимаете, я не псих. Участковый откашлялся, не верит, видимо. Как я и говорил уже ранее, ваши соседи рубили поросенка, пельмени сварить хотели. Мне очень жаль, что с вами такое случилось. Что с вами, вам плохо? Меня мутило, пельмени из человечины, какая мерзость. Чтобы меня не стошнило, я прижался щекой к холодной столешнице, а чтобы не упасть со стула, еще и обхватил ее руками. Чем же меня пичкают? Я ведь хотел рассказать ему что-то важное, что-то о себе, о своем состоянии, о том, что я не псих, потому что вижу, что псих нет, не то. Пить хочется, вода, кола, чай, кофе, Так. Он не поймет, никогда не понимал. Держитесь, Иван. Какой участливый участковый, задорно вправ участковый от слова «участие». Только почему раньше он не хотел ни в чем участвовать? Я уже вызвал ваших родственников. Извините, воспользовался вашим сотовым без разрешения. Скоро прилетят ваша жена и мама. Потерпите еще немного. Я терпел. Меня били самодельными дубинками, сплетенными из капельниц. Местные санитары очень талантливы. Дубинки у них получались очень красивыми. Они разжимали мне челюсти, но я стискал зубы изо всех сил и не позволял себя кормить. Я не ем человечину, не ем. Этот мозг на тарелке тоже похож на человеческий. Эти извилины, макароны. Это не похоже на макароны, это же мозги человеческие. Снова укол? Отлично, от него станет легче. Не буду так болеть побои от дубинок из капельниц. Главное, наконец-то посплю. 400 лет, 96 месяцев и 12 дней меня били. Субъективным ощущением, конечно. Вообще-то почти все пациенты отхватывали плетенкой вдоль хребта, но никто не удостаивался этой чести с таким постоянством, как я. Фашисты лупили меня 3 раза на день, свастики пылали внутри их пустых черепов, пока не пот... В принципе, читать такое можно и самому скопытиться. Иногда мне казалось, что я вижу маму. И говорил, что мне могут опустить, нужно только дать на лапу главврачу. Лапа у животных, значит, главврач хороший. Просил маму принести лапок для врача. Еще целую вечность спустя мне начинали снижать дозу. Затем прекратили медикаментозное лечение, вовсе и выпустили. Постепенно выяснилось, что у нас больше нет квартиры в Москве. Очень уж лапа у врача оказалась загребущей. Зато я уехал к родителям и вспоминал Россию как страшный сон. Кстати, меня теперь все стыд страшные. Лечиться тяжеловато, так как я боюсь врачей. Мне кажется, что до попадания в больницу я был относительно здоровым. Переутомление, перевозбудимость, кофе с колой. Все это могло выглядеть как болезнь. Остальное сделали лекарства, усилили симптомы. А еще я боюсь, что жена меня скоро бросит. Очень уж я кричу во сне. Самое смешное, я что-то не могу есть макароны. Концовка номер 1. Макароны. Ясно. Так, ну ладно. Интересно, что будет, если я не пойду. Давайте на жопе сидеть. Действительно, почему бы не успокоиться, не обдумать все обстоятельно. Спокойно. Так, ты попытался сделать самовнушение. Так, летающие за окном шары наверняка были солнцем и луной. Так. Я быстренько все это читаю, если кого интересует, что здесь написано,
на паузе смотрим. Я просто даже не хочу это озвучивать. Следить за соседями дальше и выяснить личных их сообщников. Так и сделаю. Ладно. Но сначала кофе. На видение ложки полной коричневых сыпучих гранул никак не отпускало. Я действительно должен взбодриться. А, не, точнее, не видение, видимо, а видение. А то чудится всякая ересь, цитат, усталость. Так. Наркомания продолжается. У меня есть диктофон, есть камера и кусок веревки. Хватит, чтобы оставить предсмертное послание. Я хотел найти сообщников Валентины и бабки Веры. Значит, нужно установить камеру так, чтобы она снимала улицу, подъезжающие машины. И собственную мини-видеокамеру, что установлена над дверью, перенести со своей на их лестничную площадку. Я отложил полупустую банку и ложку. Фу, гадость, надо хоть запить кофеёк, где-то у меня была минералка. Кола тоже сойдет. Теперь за работу. В подъезде никого не было. Так, пробросил кабель через канал в стене за электрощитками. Этажом ниже вывел его из щитка, прицепил мою камеру с ночным режимом, устроил ее под потолком. Корпус серый, кабель тоже. Не должны заметить так уж сразу. За дверью раздались шаги, я рванул к себе. Меня нет, я в домике. Буду наблюдать за вами отсюда. Тонкими-тонкими стеночками, через некоторые, которые отлично слышно, как меня убивают. Кстати, нужно вывести обе камеры на монитор. Ага, вот машина у дома. В нашем подъезде гости, скорее всего, так и есть. Они пытаются закоротить провода звонка, второй его отталкивает, молотит в двери кулаком. Затем разворачивается, добавляет несколько ударов пяткой. Манеры незабвенного Валентина, может, это он и есть. Ага, вот он открыл дверь с той стороны и отступил в сторону, пропуская наружного Валентина внутрь. Так, ладно. Я спустил аппарат вентиляцию и ждал целую вечность. Но когда я вытянул его из вытяжки, ха! Так вот для чего нужна вытяжка, вытягивать диктофоны. Казалось, что там пусто почти. Запись длилась менее минуты. Нужно, видимо, там время течет по-другому. Вот откуда появился параллельный я. Первым... У них там какая-то сингулярная... Диктофон просто сломался, или я его действительно держал меньше минуты, но здесь прошла целая вечность. Так, пойду гляну на номера машины. Нужна оптика, бинокль. Придется выйти посмотреть поближе. Не забыть блокнот или тетрадь, книгу, газету. А, запишу на руке. Я вышел с подъезда и, пригибаясь, пробрался к автомобилю Валентинов. Номер оказался блатным. В888ВВ. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Как любят. Но когда я отводил взгляд, цифры изменились. Когда снова посмотрел, прямо те же восьмерки и ВВ. Ну, с буквами понятно, на машине приехало два Валентина, а вот цифры. Я навел пальцем на левый глаз, верный способ от Марокко, и восьмерки стали шестерками. Число зверя. А Марокком они маскируются, точно портал в преисподнюю. Ох. Какие глупости лезут в голову. Опа. И что это мы тут делаем? Передо мной стояли все упыри Валентины. Вот же черти выскочили из своей табакерки. Я хотел осенить их крестным знамением, но снова рассыпал бумаги. Я выведу вас на чистую воду, освещу ванну и затоплю вас святой водой. Вы теперь у меня захлебнетесь. Валентины переглянулись. Может, к Джамшутам его пока в подвал? Что-то он мутный какой-то. Пока один открывал багажник, двое других подхватили меня под руки и отправили в воздух, и подняли в воздух. Я все записал, как вы убивали и как расчленяли номера машины и число зверя. Тут небо обрушилось мне на голову и потемнело. Я был в подземелье, в темноте светились глаза упырей. А что это, подвал? Что за нечисть окружает меня в темноте, на каком языке они говорят? Упыри кряхтели и возились в темноте, но из своих углов не выходили. Боялись или были сытыми? Кистей рук я ужас какой. Не чувствовал, глянув вниз, понял, что у меня их нет. Дыхание прихватило. Культяпки рук были перетянуты веревкой, оттого и кровь не хлестала. Я начал тихо подвывать. Они съели мои руки, у меня нет рук. Ступни я тоже не чувствую. Этот, что ли? Эй, ты упоротый?
Передо мной стояли два Валентина. Что им нужно? Я не в споротые. Они хотят вспороть мне брюхо и съесть внутренности. Нет. Я дернулся, пытаясь отодвинуться, но мешало отсутствие ног. Глянь на руки, перетянул же. Один из Валентинов потянулся ножом к моим культям. Я увидел, как он отпиливает лезвием кусок. Ой, блин. Хрен ли он так орет? Меня стукнули по голове, я замолчал. Но когда меня снова принялись резать на кусочки, ой, блин, какой ужас. Нахера он тут как болит. Больше я ничего не услышал, наверное, меня съели целиком. Концовка 2 Льюдоледы. Пара-пайра-папай. Так, ну посмотрим еще несколько концовочек. Я не знаю, сколько на тут сохранил. В общем, можно не доставать камеру. В общем, я представился заявление, которое я должен отнести соседям на подпись. Прошу разрешить съемки ваших преступных действий на скрытую камеру. Дабы не ущемлять ваши гражданские права, обязуюсь не предоставлять полицию шины. Ладно. Пытался усмехнуться, но у меня не вышло. Так, самый популярный совет жертвам насильников – попытайтесь расслабиться и получить удовольствие. Так. В какой-то степени оказался прав. Снова побывать в шкуре небезызвестного Сергея Юрьевича Белякова было даже забавно. Пилюли для писюли вздыпконекс. Возьми с собой в дорогу, вдруг пригодятся. Ага, возьми на всякий случай, только и вазелин не забудь, случаи-то разные бывают. Туалетная бумага из набережных Челнов, теперь с запахом розы. Круто, чё, жаль, мне там нюхать её нечем. Специально для хипстеров от создателей осенней коллекции «Бабушкин шарфик». Покупайте на инфо сезона снежок, порошок, имитирующий перхоть. Звоните прямо сейчас, получите в подарок расческу «Взрыв», создающий эффект нечесанных волос. Всего за 1299 рублей. Да я как-то не нашелся, что сказать. И для разнообразия промолчал. Давалось впечатление, что нынешние звезды избрали. Пол хавает. Так, тут, короче, рассуждение опять. В общем-то... Короче, пытается он вот заснуть. Какой-то, какие-то пытаются овечек посмотреть. Угу. Так. Что же мне делать? Забить на все, и русские не сдаются. Русские не сдаются. А врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, нет у меня голоса. И что сразу по батарее стучать? Вы вон телевизором меня достаете, а мне и спеть нельзя. Или это соседи слева стучат? Какая разница, все равно петь уже расхотелось. Ну, хоть станцую. Зачем вы там стучите? Для чего снова громкость выкрутили? Каких ответных действий от меня ожидаете? Думаете, что я... Прикинусь ветошью и не буду отсвечивать. А, это кукишки. Хватит классики, даешь веселье. Что это за диск? Пятница 13. Звучит подходяще. Я врубил музыку погромче. А, да это же панкота. То, что надо. Поднялся трясти воображаемым хайером. Так. Тара-та-тай. Хорошо. Я тоже сложил пальцами козу типа «Митл» на обеих руках и стал размахивать этими пальцами рогами в так смаха головы. А ведь весело. Похочешься. Нос пол потолок. Была такая забавная игра у нас здесь в саду. Я приложил палец к носу и крикнул «Нос». Зал вниз, топнул громко, обозначил пол. Звая потолок, подпрыгнул. Постепенно увеличивая скорость. Ой, ужас какой. Старенький буран взревел, но имеется в виду пылесос, заглушая музыку. Куда там панком до отечественного пылесоса? Ну, вот заодно и уборку сделал. Когда я выключил пылесос в музыкальный центр, оказалось, что телевизор у соседей замолчал. И ударов никаких больше не слышно. Подойдя к балконной двери, выглянул во двор. Там стояла смутно знакомая шестерка. Кажется, это ведро не впервые останавливалось на той клумбе. Ну, кстати, это та шестерка самая, на которой, как вы помните, нас увезли в подвал.
Пара неизвестных типов хорошо знакомый сосед Валентин волокли к машине тяжелые черные пластиковые мешки. Забросили пакеты в багажник и умчались верхом на ведре, посвистывая неисправным выхлопом. Валентин зашел в подъезд, я тоже вернулся в комнату и расправил постель. Анок, дверной. На телефоне у меня мелодия стоит. Заставка из теории большого взрыва. Со звонком не перепутаешь. Едва я приоткрыл дверь, в комнату уверенно вошел участковый. Додвинув меня, протопал в комнату. Вставился на расплавленную постель, ненадолго завис и не очень уверенно спросил. «Нарушаем?» «Ага, режим нарушаем. Всю ночь снова не спал. Думал, хоть сейчас. Но с ними разве уснешь? Вон телевизор как орал даже с утра». Гражданин Иванов почему-то очень обрадовался. «Не слышу. Еще бы, они перед вашим приходом его всегда выключают. На вас-то поступила жалоба». «Что, снова гиря? Надо ее уже купить, чтобы вы не зря приходили». «Нет, на танцы жалоба». «На что, простите, на танцы?» «Вы на меня посмотрите, я из-за их телевизора на енота похож, не сплю уже несколько суток. Мне сейчас только станцевать осталось». «На заявление». «Но заявление? Зачем же бабушке врать?» «А вы это у нее спросите. Я на нее в суд подам за клевету и за неоднократное нарушение режима. Приглашу кое-кого замерить уровень шума после 23:00. Кого приглашу, сам не знаю. Я просто несло. Очень уж меня обрадовала неуверенность участкового». Геннадий Петрович совсем растерялся и быстро ретировался. Даже пробормотал. На вовремя спохватился и сердито хлопнул дверью. Я вернулся в постель, но уснуть не получалось. Это все дурацкий кофе с колой. Когда я сел писать учебные планы, проработал до самого вечера. Та-та-та-та-та-та. В подъезде было темно, я зацепил мешком трубу центрального отопления, рванул, не останавливаясь. Полиэтилен лопнул, но мешок освободился, и я вышел на улицу. В свежеобразовавшейся пакете дырки закапало что-то темное, густое, попало мне на кроссовок. Я чертыхнулся и попытался ставить мешок подальше от обуви, но он оказался довольно тяжелым. Долго удерживать его на вытянутой руке оказалось невозможно. Куда его? Ах, да, багажник. Багажник чего? Там же стоит ржавая шестерка, и остальные прут свои мешки туда же. Первый уже дотопал до машины, повозился замком, распахнул дверцу багажного отделения и забросил внутрь свои пакеты. Где-то я уже видел это ведро, откуда оно мне знакомо? Еще бы не знакомо, я же на нем приехал. Пока второй загружал свою ношу, первый уже успел забраться в салон, завести двигатель. Тот дриснул выхлопом автомобиль. Что такое, что происходит? Тем временем добрался до багажника, забросил в него оба тяжелых пакета, при этом зацепился за борт. И без того рваный пакет с треском разошелся, из-за темного вонючего чрева что-то выпало мне под ноги. Я нагнулся, ухватился за что-то мягкое, липкое, словно шерсть разбитой на дороге собаки, поднял перед собой. Ну как у меня была голова, покрытая синяками и ссадинами, заляпанная густой, почти черной кровью. А я его знаю, это даже я его точно тут чудила на букву М. Как там его? Ваня Наумов. Что? Голова открыла глаза, мертвый взгляд остановился на мне. Я записал число зверя, я выведу тебя на чистую воду, тебе не уйти. Я заорал. Это сон, наверное, был. Снова это гадкое ощущение, словно волосы встали дыбом. Строго говоря, так оно и есть. Но это не от страха, а просто такая прическа. Короткий ежик, за который неудобно держаться, особенно если волосы перепачканы скользкой кровью. Меня передернуло. Часы утверждали, что я проспал меньше 2 часов. Я с ними не спорил, пусть утверждают их право. Так, по ощущениям, я их 2 минут не проспал. Черт, где-то мой чай, мне срочно нужно успокоиться. Так или иначе, эти твари добьются своего, я уже остановлюсь одним из них. Так, завязал мешок, вынул его из ведра, какой-то легкий. Ну да, там же нет моей головы. Я всхлипнул, даже сам не понял, что это был мешок или попытка сплохнуть по-тихому. Выходя из подъезда, несколько секунд простоял в темноте, осматриваясь. Лишь убедившись, что на улице никого, перебежками двинулся к контейнеру назад и все, помчался бегом. Же дома выругался, а теперь всегда буду выходить из дома, словно сталкер в зону. Сейчас не война, так. Все-таки. Давай в шалаш на финский, ленинской тропой.
Так кому нужна квартира, если тебя в ней могут грохнуть, или рядом с ней, возле мусорных баков, в ближайшей подворотне? Я даже представил, как иду по проулку, на встречу выходят трое. Бегство, выстрел, я лежу в луже крови, меня заживо поглощает тьма. Меня передернуло, словно я впрямь когда-то где-то уже пережил, точнее этого не пережил. Собрал вещи, побросал чемодан, все, что подвернулось под руку, оделся и пошел к двери. Присесть, что ли, на дорожку? А что еще делать? Такси в пути, подъедет, отзвонится. Ай, попрощаюсь с этим местом, которое так и не стало домом нам с женой. Что я здесь обрел? Да, ничего, кроме ненависти и страха. Что меня тут держит? Жадность. Продадим эту халупу, хотя боюсь, что у меня долго не возникнет желания сюда приехать. Звонил с оператор, машинка ожидает. Спасибо, уже иду. Не оглядываясь, подошел к машине с шашечками и лишь перед тем, как сесть внутрь, почувствовал взгляд. Шестерка стояла на своем месте, на клумбе с давно убитыми цветами. Двое сидели в салоне, один перед ведром, как на карчо. Чем-то он мне показался знакомым, вроде бы лица его прежде не видел. Взгляд упал на обувь незнакомца, растоптанные старые кроссовки и темные смазанные пятна, словно со сникерсов недавно пытались оттереть еще той кровь. Не хватило только черных пластиковых пакетов в багажнике. Я взглянул в его глаза и похолодел. Разочарование, там буквально было написано «Уходит, гад». Если бы не таксист, я, возможно, был бы уже в мешке или даже в нескольких. Я запрыгнул в салон и почти выкрикнул: «Погнали!» «Слющий, брат, куда так спешишь?» Я посмотрел таксисту в глаза и честно ответил: «Домой спешу, брат, домой!» Водитель пару секунд изучал мое сунувшееся помятое лицо, затем выключил шансон и поставил какой-то приятный блюз. «Хорошо, сделаем тебе домой, быстро сделаем, отдыхай!» И рванул с места шлифованного покрышками по асфальту. Правда, сделал домой очень быстро. Высадил в аэропорту и даже не взял дополнительные платы. Тогда я просто сказал спасибо и пожал ему руку. Как же хорошо дома. Первым делом я принял душ и завалился спать. Меня не мучили кошмары, и меня вообще ничего не снилось. Я провалился в пустоту на блаженные 18 часов, спал, пока не устал спать. Мама даже хотела вызвать доктора, но жена ее успокоила. После завтрака я вышел во двор, угли как раз дозрели, шашлык только начал жариться. Как же здорово. Особенно после сплошных пельменей из Ирлтона. Мы все укутались в пледы и обсуждали погоду да политические новости. А потом, когда шашлык был съеден, чай выпит, а солнце устремилось к закату, я наконец решил, что можно уже рассказать о потерянной квартире. Думал, мне будет трудно объяснить, что я испугался не безобидного алкаша, его престарелую маму, а? А чего? Последовательно рассказал о нервотрепке с телевизором, прослушке, о том, как меня решили расчленить и разбросать по посадкам. Как щелкнул пистолетным разотвором, короче, все это рассказал. И о том, что как даже родственники решили, что бабуля врать не будет. Списал свой отъезд, это ощущение сознания того, что не реши я посидеть на дорожку, дожидаясь звонка таксиста, меня бы уже не было в живых. Стемнело и окончательно похолодало, мы перебрались в дом, я лежал в тесноте, даже не пытаясь уснуть. Мне хотелось понять, что теперь делать, остаться у родителей? Давайте бороться, еще раз бороться. Жить с женой у них, позабыв о нашей недружелюбной родине, или попытаться что-то все-таки сделать. Не отступать и не сдаваться. Хотя я уже отступил, впрочем, такого отступления я не стыжусь. Вместо того, чтобы бессмысленно рисковать жизнью, я живу у родителей и веду свою партизанскую войну на расстоянии. Для начала я забросал телефонными звонками, электронными письмами все известные мне госструктуры. Его никто не стал слушать. Пытаясь как-то привлечь внимание к своей ситуации, я снял фильм. Я думаю, блин, YouTube при чем здесь? Может, блин, эй, КХБанские книги. Недоблогеры, блин. Пытаясь кто-то как-то привлечь внимание к своей ситуации, снял фильм, в котором доступно и подробно описал все произошедшие со мной события. Кстати, вот, это, видимо, это тот парень, с которым все эти события и происходили. Russian Reality, да? Стоит признать, этот ход оказался верным. Внимание я привлек. Думаю, что теперь как минимум могу съездить в Москву без риска быть убитым кого-нибудь по подворотне. Подозрения сразу падут на соседей и их криминальных друзей. Да и полиции придется расследовать такое дело со всей тщательностью, ибо моя смерть вызовет резонанс. Но умирать ради этого мне почему-то очень не хочется. А еще со мной связались ребята из Dagestan Technology, предложили сделать игру по моей истории. Несмотря на странное название их организации, я согласился. И вот недавно прочел эту визуальную новеллу. Прикольно. Да, это о том, что о чем я говорил.
Короче, вроде как на реальных событиях игра основана. Ужас, нет, художник у них интересный, своеобразный стиль, очень все атмосферно, но вот человек, который написал сценарий, собственно, сделал игру, меня разочаровал. Вот, кстати, это мои вот слова, которые хотел сказать. Сплошная ерунда. Чем там понаплел, что посочинял, от реальных событий осталось только пара имен. Все остальное сплошной авторский вымысел, почти не имеющий отношения к жизни. Впрочем, я не сильно расстроился. Возможно, этот вариант будет интереснее читать. А главная игра привлечет к моей проблеме еще немного внимания. Мне это и нужно. Что ж, посмотрим, как дела пойдут дальше. Ну, это была концовка пятая, реалистичная. Ну и напоследок еще одна концовочка, по идее, такая более агрессивная. Я дома никуда не поеду, говорим. Это наша корова, и мы ее доим. Прямо так и представил Дукалиса. Шутки в сторону, это действительно моя квартира, я буду ее не жить. Участковый Иванов уже дал слабину, нужно нажимать. Я написал еще пару заявлений на Валентина с угрозами, да, на бабулю с ее телевизором. И отправил на деревню дедушки. То есть я знал, что в конечном итоге они окажутся в местном отделении и лягут на стол Геннадия Петровича. А в этом зачуханном отделении все погружается словно в болото. И никто больше не увидит моих заявлений и послушает мои записи, не попытается спасти мою жизнь или хотя бы мое здоровье. Так, ладно. Да ё-моё, падает микрофончик. Вы представите себе с оружием. Бита не вызовет особых подозрений. Давайте здесь сохраним и... Подождите. Так. Сохраняем и попробуем два варианта. Хватит и биты. Я, конечно, не бейсболист, но и не деспирада какая. Ходить с контрабасом, полным ангелик-стрелы, это клиника. А я здоров, как физически, так и... А вдруг нет? Нужно как-то проверить собственную меняемость, прежде чем вооружаться. Так. Тесты какие-то. Вы нестабильный холерик с чертами меланхолика, скорее экстраверт, чем интроверт. Что это значит? Ах, да, шифровка терминов. Излишне резок, неуживчивый, не умеет себя сдержать, любит быть в центре внимания. При этом тревожен и мнителен, трудно приспосабливаться к новым людям, сильно переживает по малейшему поводу. Да я тебя нахрен с такими тестами, это вообще не обо мне и близко не падало. Так. Да что за бред? Так, нашел адрес ближайшего спортивного магазина, и чтобы не смущать битые прохожих, вытряхнул тубы со старой чертежи и забросил его за спину. Словно ножны двуручного меча, супергерой, блин, Иван, истребитель дебилов. Убедившись, что во дворе пусто, выскользнул из подъезда и быстро зашагал по улице. До магазина было недалеко, я вернулся довольно быстро. Ага. Чтобы ни с кем не столкнуться по дороге, пошел в обход. Но какой-то подворотне нос к носу столкнулся именно с теми, кого избегал. Валентин и два его аутентичных соратника. О, вот он, бля. Я же говорил, что из норы своей вылезет, ёпта. Одним быстрым движением закинул руку за спину, откинул крышку, повисла на шнурке, привязанном к тубусу. Я уже выхватил свой двуручник и даже встал в соответствующую позу. Валентин не успел сообразить, что произошло, и тянул ко мне свою лапу. Замахиваясь, я отбил его клешню, на обратном ходу двинул в челюсть. Пошел нафиг, козел. Показалось, что увидел, как вместе с кровью вылетают выбитые зубы. Очень по-киношному. А первый противник улетел в сторону. Следующим на очереди оказался мужичок, потянувшийся к карману. Тоже пошел нахрен. Может, за ножом, а может, это был тот самый любитель огнестрельного. Повалился он на тушу Валентина. Третий не ждал послушно своей очереди, рванул наутек. Я метнул биту, ее толстый конец угодил точнёхонько в бритый затылок.
А надеюсь, кепка смягчила удар, и это тело еще очухается. Вызвав по сотовому скорую, двинул домой. На душе было хорошо и спокойно. Всплеск адреналина подарил ощущение легкости и полета. Я опустился бегом, порхнув по лестнице, оказался дома. Ну, теперь ты присядешь, походу, чувачок. А это отличная квартирка, если бы не еще и не этот долбанный телевизор, работающий на всю громкость. Я закоротил проводок и, невольно пританцовывая, ждал, когда мне откроют. Бита была снова в тубусе за спиной, так что выглядел я не опасным. Наконец замок сыграл свою скрипучую мелодию, и дверь приоткрылась. Одной рукой я толкнул ее, зацепил бабку, Тася меня попятилась вглубь квартиры. Второй рукой я выхватил свой двуручник, шагнул следом за старухой. В комнате бабки перед телевизором оказался еще один друг Валентина. Он вскочил, выхватывая нож. Получил по клешне, лезвие звякнуло о паркет. Следующий удар пришелся в лоб, оборвав начатое. Ах ты с... Мужичок рухнул на пол. Я переступил его и двинулся к своему главному врагу. К моей черной башне, к темному властелину, к дьяволу во плоти. К телевизору. Крушил я его долго. Осколки кинескопа посыпали все вокруг. Искры быстро перестали выбрасывать красивые фонтанчики. Лампы звучно полопались. Диоды, транзисторы и прочая электронная мелочевка с хрустом разлетались во все стороны. Я все бил, бил и бил. Бил и хохотал. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Пока меня не ударили чем-то тяжелым по затылку и не отключился. Я плохо помню суд, обычно уголовные дела затягиваются на месяцы и годы, но на этот раз события пронеслись очень быстро. Все, что я помню, как меня периодически били менты. За обиженную бабушку, лишившуюся телевизора и получившую синяк от удара дверью. А в камерах меня постоянно били то один, то другие приятели, знакомая Валентина. Или его друзей, или друзья друзей. На суде я ничего не соображал, просто радовался, что в те моменты меня никто не бил. А еще к тому, что увидел маму, рядом с ней мою жену. Я очень по ним скучал все время. Я даже не сразу сообразил, о каком еще медицинском освидетельстве они говорят. Пока меня не перевели из камеры в палату. Здесь тоже охрана и решетки на окнах, и кормят той же баландой. Но мне здесь нравится гораздо больше. А, во-первых, меня никто не бьет. Санитары довольны тем, что я тихий и молчаливый. Во-вторых, нет ни одного телевизора. Это главное. Здесь всегда стоит тишина. Концовка номер 6. Море спокойствия. Ну что ж, неплохо. Так, а как нам загрузить-то? Наверное, надо выйти. Это же загрузка. Да, ну вроде бы да. Ну ладно. Давай тогда поискаем оружие. Не знаю, почему меня воодушевила мысль об оружии. Всегда считался человеком исключительно мирным и дружелюбным. Так, хорошо. Пойдем искать. Я вышел из дома, никого не встретив, отправился на рынок. Вернулся уже с приятной тяжестью наплечной кобуры под мышкой. Не буду утомлять рассказами о том, как я бродил по рядам, выискивая цыган, кавказцев, вообще всех подозрительных. Все, у кого тревожно бегают глаза, казались мне подозрительными. Скупщики золота тоже казались мне подозрительными. И даже продавцы ворованных телефонов, которых никогда не трогает полиция. Так или иначе, в итоге я стал владельцем старенького Макарова и коробки патронов. Да еще и за кобуру приплатил, чтобы меня врасплох нельзя было застать. Стол всегда при себе. Жаль, ремонт теперь получится очень скромным, денег на него практически не осталось. Хотел было пройти по подворотням, чтобы никого не встретить, но тяжесть оружия, короче, придавала уверенность. Во дворе я увидел ржавую шестерку криминальных друзей Валентина. Впервые не содрогнулся, но усмехнулся. Мол, посмотрим, кто кого теперь закопает. А вот и сами друзья, товарищи, заходят в подъезд. А где же это вас носило? Может, караулили кого в этой арке, откуда вырули? Может, даже меня? Насвистывая, вошел в подъезд, поднялся к себе и сразу прошел в комнату. Почти сразу снизу взревел телевизор, и я взбесился. Раньше на меня накатывало отчаяние и бессилие, а теперь захлестнула злость. Кажется, я начинаю понимать, если ты что-то можешь, то тебе этого хочется. Нет, стоп, я не убийца, оружие для самообороны, хотя... Я же теперь могу пойти и потребовать тишины. Применить оружие только в случае крайней необходимости, а без необходимости не применять. Я решительно спустился вниз, позвонил в дверь, а затем начал барабанить в нее ногами. Видимо, стук ногой — это своеобразный пароль. Свои, мол, отворяй. На пороге стоял Валентин. В глазах его промелькнуло сразу несколько всего. И удивление, и ненависть, и радость. Сам пришел, ах ты ж... Он замахнулся для удара, но вот не здрасте, не проходите, надевайте тапочки.
Я успел первым. Прямо переносицу Валентина отбросила в темноту прихожей. Я торопливо прошел по его бесчувственному телу, шел на звук телевизора. По пути на всякий случай сразу достал пистолет и снял его с предохранителя. Это мне кое-что напомнило. Я усмехнулся и начал шепотом декламировать стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. О, здрасте, чуваки. А в комнатке грязной с бутылкой с мусором на полу оказалось трое гостей. И все одновременно сунули руки в карманы. Первый ушел. Первую пулю получил тот, кто выхватил пистолет. Отдача больно рубанула по суставам. А выстрел в крошечном замкнутом помещении оглушил и шокировал всех. Я даже не слышал того, что говорю. И тропинка, и лесок. Но второй все же вынул нож и тоже получил пулю. В поле каждый колосок. Третий уже замахивался на меня подобранной с пола бутылкой, ему попал я в голову. Если честно, целился я в бутылку, хотел просто напугать. Речка, небо голубое. В этот миг за спиной раздался рев. Я обернулся и рефлекторно, выстрелил в темноту. Сначала мне под ноги выкатился любимый кухонный нож Валентина, а затем появился он сам, чтобы свалиться к моим ногам. Речка, небо голубое. В то же время в темноте появился прямоугольник света, открывалась дверь туалета. Я выстрелил в темный силуэт до того, как сообразил, что это бабуля. Старуха молча повалилась назад, не отпуская дверную ручку. Свет пропал, дверь закрылась. Это все мое, родное. Я опустил взгляд на свои трясущиеся руки, и я это сделал. Выстрел за спиной заставил меня подпрыгнуть. Он выжил. Этот их странный стрелок не умер. Уже в падении я развернулся и выстрелил на звук. Кинескоп лопнул и разлетелся на куски. Я застрелил телевизор. Выстрелы и голоса стихли, но из его развороченных внутренностей поднялся дымок. Словно он и впрямь стрелял в меня из пистолета. «Я победил тебя, тварь! Ты мертв! Ха-ха-ха! Это родина моя!» Я снова поднял ствол и выпустил всю оставшуюся обойму. Ну, как обойму? Один оставшийся патрон. Еще несколько раз холостую нажал на спусковой крючок. Вышел из подъезда и столкнулся с Геннадием Петровичем. Небось, пришел навестить своих любимых вурдалаков. Я поднял пистолет. Всех люблю на свете я. Я не успел нажать на курок, этот ковбой оказался шустрее. Меня отбросило обратно в темноту подъезда. Зачем я это сделал? Мне уже все равно патронов нет. Всех люблю на свете я. Я растворился в такой долгожданной тишине, по эту сторону точно нет никаких телевизоров. Концовка 7. Ой, короче, пора на заканчивать с этим пизмом. На этой позитивной ноте. Короче, я не знаю, какие-то не очень... спать захотелось. Ребят, если вы там спали во время просмотра этого видео, я не удивлюсь. И даже грустно мне от этого не станет. Сколько тут пишется уже. 42 минуты, еще одна серия, я не думал, что я даже запишу и 20 минут этой серии, но что-то как-то. Продюсеры были даже, пиар-менеджер. Ладно, заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Не знаю, как это могло в очередной раз говорить. Говорю, как понравится могло. Russian Horror Story. Все, всем пока.